Великие мировые духовные учителя древности и современности придерживались взгляда, что глубочайшая истина нашего бытия не является собственностью одной конкретной религии или духовной традиции, а может быть обнаружена в сердце каждого человека. Можно назвать Троицей вечной философии. Бог Отец, трансцендентный, непознаваемый и неизменный, заключает союз с божественным женским началом, представляющим все меняющееся. Такое соединение приводит к алхимической трансформации, что-то вроде смерти и возрождения. В ведических учениях Божественный Союз представлен двумя основными силами – Шива и Шакти. В ходе истории имена и лица различных богов менялись, но их основные качества оставались неизменными. Из этого союза рождается новое божественное сознание, новый способ бытия в мире. Две полярности – становится неделимым целым, универсальная энергия, не имеющая центра и свободная от ограничений. Это чистая любовь. Нечего обретать или терять, поскольку она совершенно пуста и тотально наполнена.